Книжная новинка для любителей войлока. Книга Кэтрин О'Лири 2020 года, новое издание. Великолепная книга. В ней обобщен опыт 15 лет работы с войлоком последних вот этих вот с 2005 года, потому что до этого у Кэтрин была еще одна великолепная книга. Что в этой? Очень много работы с префелтом, очень много оно на войлоке, интереснейшие шаблоны выкроек, да, совмещение, причем, как всегда, у нее подробное объяснение раскладок, усадок в разном направлении. Она экспериментатор, то есть вот, допустим, вот такие вот плессированные, гофрированные вещи она делает уже больше 10 лет, то есть она одна из первых, кто начал этим заниматься. Есть раздел о шапках и сумках, очень интересно у нее про обувь, потому что вот шаблон обуви бабочку придумала она и уже почти 10 лет назад, цветы, броши, то есть, ну, действительно есть чему поучиться. Все объяснения в книге у нее настолько простые, что разобраться с ними просто можно элементарно. У всех сейчас есть переводчики. Рассказывает она и о своих войлочных скульптурах, об объемных формах, многослойных, необычных, о совмещении разных материалов. То есть вот я эту книгу буквально на днях получила. Я безмерно ей рада, потому что эта книга действительно результат работы очень-очень интересного и хорошего мастера. Если продолжение проекта «Минуток о войлоке» вам нравится и интересно, не забывайте ставить лайки и подписываться на новости нашего сайта. Всегда рады и старым, и новым нашим друзьям.